А в 2010-м в России экипаж Ту-154 сделал, казалось бы, и вовсе невозможное. На высоте 10 тысяч метров в самолете вышел из строя автопилот. Полностью отключилось электрооборудование, связи с землей нет. Пилоты смогли разглядеть заброшенную полосу в тайге. Садились на глаз, используя старый так называемый дедовский способ. Когда мы пронизали облачность, вот для этого наш бортинженер, он принес и поставил стаканчик. Да это для того, чтобы если бы слой облачности был бы большой, можно было как бы не свалиться и определить положение самолета именно по авиагоризонту. По крену. По крену.